Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Мы продолжаем проходить Бэтмена. Ну ладно. Мы на заводе Джокера, нам нужно забрать у него лекарства. И вот эти твари меня уже бесят. Что ж вы не замолчите? Я не играл, по-моему, дня три, поэтому опять успел забыть управление, так что если опять начну лажать, то я думаю, вы меня простите. Так, там у кого-то есть мины. Это не очень хорошо, потому что... Это тупо не очень хорошо. Есть люди с приборами ночного видения, что тоже не очень хорошо. Блин. С кого же мне начать-то? Что-то до хрена народу и все вооружены, и это натурально очень опасно. Даже не знаю, за кого взяться первым. Я думаю, вот за него надо бы. Так. По-моему, нормально. Так, ну чё, кто первый побежит? Так, сейчас какого-нибудь чипенца мы... Ну, в принципе, он того надо бы. Эй, wake up, man, come on, wake up! Ой, куда ты прилетел? Да блин, спрыгивай, урод! Да твою ж дивизию, чё ж ты... Хрен поймешь, короче. Ладно. Here's the plan. We spread out, we find the son of a bitch. Got it? Да, конечно. Get over and find out who's screaming. Get over here. There's someone up there. Так, у нас осталось раз, два. Три, четыре, да? What happened to you? How come you're up there? И тут у нас мина. Help me! Cut me down! Так, пожалуй, я сейчас займусь вот этим, братюней. That's it. We're screwed. What the hell are we gonna do now? Shut the hell up. We need to keep looking or we're all dead. We're not scared of you. Keep doing this crap and we'll find you. Хорошо. Where the hell did he go? Is that the sound of one of your faces hitting something hard? I hope so. Блин, это может быть проблемой. Так, сейчас еще одного чипенца надо отчипить, и будет хорошо. Еще с минами надо разобраться. Так, все, каждый за себя, это уже хорошо. Так, подожди. Тебя отключим. А, да и в принципе... Так, все, чешем. Хорошо, осталось двое. В принципе, нормально. Нормально. What the hell are you, Bat? Over here, I got him! Оп. He's gone, I lost him! Неудачно. Так, ладно. Надо их опять разделить. А смотрите, да, какая сложность уже пошла. Не то, что поначалу было. Здесь уже натурально. Нужно очень много думать. Так, ребятушки. Надо одного разрядить. Вот его. А тебя, братья, наверное, мы сейчас... Хотя... Иди-ка сюда. Оп! Привет! Стреляй меня! Стреляй!
все, пушка не работает. Фу, слава богу. Было довольно-таки напряжно, надо сказать. Well, what do you know? You did it. You took them all out. I know I should be sad, but the truth is, I'm happy. Happier than I've been in years. How about you? Protocol 10 will commence in 20 minutes. Так, как у нас эти обезвреживать мины, интересно. Не очень мне хочется на нее наступать. Вообще нам он туда похож. Так. Да, скорее всего сюда. И вообще мне кажется, что финал уже близок, развязка. Понятно. Ну, короче говоря, у нас, можно сказать, проблема, потому что там все заминировано, а других путей подхода я к нему не вижу, честно говоря. Хотя, может и нет. Может, все еще и обойдется. Коробки прям как в Metal Gear. А, тут тоже мины. Batman's mine. Как бы тебя поприкольнее. Добрый день. Ой, что-то это, по-моему, плохо кончится, я слишком перелетел. Он же сейчас станет. Да. Ну ладно. Понт не удался, как говорится. Давайте по новой. В следующий раз будем тупо убивать его. Или все, система уже не работает? Ну ладно. Так. Понта они обычно к этому и приводят, так что ничего удивительного, как бы. Ну все равно показательный пример. Что будет, если будешь себя вести как целка. Что, тебя вырубило, не вырубило? Да пофигу, братюнь, давай. Давай, давай, давай. Да, если красиво не получилось, то уже хоть бы как-нибудь. Так, ну и все. Я так понимаю. Не понял. А тебя-то кто так? Это ловушка очередная? Well, look who it is. What do you want, B-man? Come to stick the knife in some more? Well, go on then, I don't care. I'm not telling you nothing. I'm not even gonna tell you about the crap Joker took from Freezin' locked up in the boiler room. Так, что там? Украденное оборудование. Блин, далековато. Я не уверен, что я туда подду, это скорее всего даже снаружи, может быть. Хотя может быть и нет. Ладно, по пути, если будет, разберемся с этим. В принципе, мне потому что проблемы Фриза решать. Don't you dare! До свидания.
Не бубни. Так, что дальше? Нам, видимо, сюда. Да, судя по всему. Вон там у нас два снайпера пасут. Надо быть осторожным. His problem. Didn't he give us these guns in the first place? Yeah, I thought he wanted the Joker to win. Me too, but don't you think that's kind of crazy? Who spends billions of dollars building a prison and then gives everyone guns? You got a point. Hey, you weren't at the asylum, were you? Так, что-то мне это не очень все нравится. Ой, да нет, даже не то. Just like Strange. Yeah, I heard a bunch of patients died. Оп. Ловушка не сработает. Так, блин, ну давай беги нормально. Так, хорошо. Оружие брать не надо, пожалуйста. Че, братюня, никак, да? Теперь у вас вообще пушек нет. Ну, ладно. Да, так, похоже, не попадешь в них. Ну ладно. Хватит тоже. Что-то это было прям очень просто. Так, тут меня в прошлый раз глушанули, поэтому расслабляться-то не стоит. Тут у нас был Джокер. Кстати говоря, мне говорили, что где-то здесь лежит пасхалка, указывающая на то, что Харли Квинн беременна. Так что давайте осмотримся. Хотя, может, и не здесь. Вот ее старый костюм, в который она уже не лезет. И тест на беременность, да. Позитив, он плюсик стоит. Так что у Джокера, похоже, будет сына. Какое чудовище может вырасти от такого отца? Я боюсь даже представить. Where is it? Красавчик. Manners cost nothing, Batman. A please wouldn't go amiss. I mean, if you wanted to be cured so badly, you only had to ask. It looks like I need to teach you some respect. There's nothing you can teach me, Joker. Oh, come on. There's always something to learn. Let's start with getting your ass kicked 101. Seconds out. Че, с Джокером на кулачках, что ли? Batman. Give me your best shot. Ну ладно. А, его нельзя поднимать. Please! Stop! I can't take anymore! You win! You beat me! Hang on! Did I say me? I meant me and these guys. Задача усложняется. Да, блин.
What are you gonna... Let's give a big hand to Mr. Abramovich. It's not like he couldn't use one. О, еще Абрамович пришел. Совсем хорошо. Джокер огрел. Так, валим. Да, бляха, еще ты туда. Да, твою мать, зажимают по-страшному. Так, давай, детка. А, да что ж ты... Не, нереал какой-то, похоже. Похоже, я сейчас опять подумал. Так, что там? Один ты остался у нас, братья. Давай. Ох, жесть. Ох, хоть. Вот это было, конечно, дело. Ух. Какой ты мутный. Any last requests? How about a joke? How about a trade? Let him go. Take me in his place. I'll handle the jokes around here. Talia, what are you doing? I represent the great Ra's al Ghul, head of the demon. Master of the League of Assassins. Well, bully for you. Free Batman, and we will give you the secret of immortality. Don't do it, Talia. He'll be unstoppable. What? You mean she's telling the truth? Immortal? Do we have a deal? No! Oh, shut up! After you, my dear. We offered you this chance, Batman. Now follow your heart. Are we not done yet, Нормальный Ivy? Поворот. I told you that thing with the flowers wasn't my fault. You know it, I know it. You should have watered them. You said you would water them. Now there's only one left, and Strange has it sealed in his vault. Well, in that case, I think we can strike a deal. I need a way into his vault, and I think you're just the girl to help. If you get me in there, I'll get your plant. Deal? I should kill you. Fine. No kiss? I'm kind of disappointed. Out! Now! Нормально, опять играем за женщин-кошку. Это радует, надо сказать. Ну, я думаю, на этом мы завершим эту серию. А уж за нее поиграем сласть в следующий. С вами был Артур, всего хорошего, пока.